Шалом. В связи с актуальными политическими событиями у меня возник вопрос. Сейчас я с вами поделюсь вопросом и, на мой взгляд, ответом, который я смог найти. Итак, вопрос, который меня заинтересовал, следующий. Израильская полиция подписала договор о так называемом государственном свидетельстве с человеком, которого зовут Нир Хефец. Кто такой Нир Хефец? Бывший советник, помощник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Всем известно, что Биньямин Нетаньяху находится в состоянии постоянного преследования на почве желания привести его к состоянию, чтобы он предстал перед судом. То есть про него постоянно, я бы сказал, его сделали мишенью для нападок и попыток привести его к обвинению в уголовном нарушении уголовного права. Теперь Нир Хефец подписал договор с полицией о том, что он будет государственным свидетелем. Что такое этот инструмент, государственный свидетель? Итак, человек, который сам участвовал в каком-либо преступлении, за то, чтобы его освободили от наказания или существенно уменьшили ему строгость наказания, свидетельствует о каком-либо другом человеке, и за это свидетельство он получает поблажку от суда. И это называется государственный свидетель. То есть он либо получает полное закрытие дела по поводу себя, как в данном случае с Ниром Хефицем, или же, как иногда бывает, он получает более мягкий срок тюремного заключения или более мягкое наказание, чем мог бы получить в случае, если бы он был бы одним из обвиняемых, а не был бы государственным свидетелем. Вот такой юридический инструмент. И меня заинтересовал следующий вопрос. А является ли такой юридический инструмент кошерным с точки зрения Аллахи, с точки зрения Торы? То есть, грубо говоря, с точки зрения взгляда Всевышнего на этот мир, считается ли такое свидетельство кошерным свидетельством или же нет? В первую очередь мы должны знать, что Гемара говорит, что свидетель должен быть объективным. Не касаться никоим образом его свидетельства должно его самого. Иначе он называется ногеа бейдуто, то есть свидетельство относится к нему самому. И по поводу того, что он ногебе идуто, то есть касается к свидетельству, к предмету, о котором он свидетельствует, Гемара и комментаторы поднимают две основных проблемы, две основных возможности объяснения, почему ногебе идуто, то есть человек, который имеет отношение к предмету, о котором он свидетельствует, или к теме, он не кошерный свидетель, либо по причине того, что он будет обманывать для того, чтобы выставить все в своих интересах, либо потому, что он просто-напросто свидетельствует о самом себе, и свидетельствовать о самом себе человек не может. Два варианта объяснения. Так или иначе, человек, который имеет какой-то интерес, он не является кошерным свидетелем. Свидетель должен быть объективным, он должен быть точно так же, как и судья, находиться вне картины преступления для того, чтобы засвидетельствовать о этом преступлении, которое происходило. Поэтому с точки зрения понятия свидетельства, этот человек, который подписывает договор быть государственным свидетелем, не может быть свидетелем. Но у нас есть еще один инструмент в Торе, который называется меварер, то есть человек, который выясняет обстоятельства. Он не свидетель. У него нет всех законов о свидетельстве. Например, свидетелей должно быть, например, по Торе всегда два.
не может быть один свидетель в большом ряде вопросов. Поэтому, в принципе, один свидетель не кошерен, и поэтому мы можем сказать, что когда у нас есть один свидетель, этого недостаточно. Более того, свидетели исследуются, и у них берутся показания по отдельности, чтобы они не могли совместить свои, обсудить свои показания. Окей, но есть у нас такое понятие, как меварер, то есть выясняющие обстоятельства. Это не свидетель в понимании Торы. Например, я вам могу сказать, что вот этот кусок мяса, он кошерный. Окей? Я не свидетель, это не, у нас не суд. Я вам просто доношу информацию о том, что вы можете кушать это мясо, поскольку оно кошерное. Это называется меварер. Или у нас это называется эд эхад нейман бейсурим. Один свидетель достаточен для того, чтобы доверять ему, быть свидетелем, быть выясняющим по поводу вопросов о запретах. Поэтому я могу вам сказать, что здесь это кошерное мясо. Я могу вам сказать, что до этого места можно идти в субботу. Это границы города разрешенные. Окей. Тут у нас есть тоже интересные законы. Гемара говорит, что если человек сам не соблюдает закон, например, о десятинах, или о семилетний закон, о том, что на седьмой год земля должна не быть обрабатываема, значит, он не может свидетельствовать по этому поводу. И тут есть такой интересный момент. Мишна в трактате Бхурот говорит, что всякий человек, который мы его подозреваем, что он сам эту вещь не соблюдает, он такую вещь о ней не судит, и он о ней не свидетельствует. Так говорит Мишна. Рамбам же говорит, он объясняет Мишну немного по-другому, у него есть другое мнение, и он говорит, на основании в Талмуде приведенного другого мнения, он говорит, что он может, человек, который сам подозреваем, он может свидетельствовать и судить об определенной вещи, которую он подозревается сам. Почему? Потому что у него нет никакой выгоды, когда он говорит это для другого человека. Почему он обычно не может свидетельствовать о своем? Потому что он как бы делает это для себя, он и видит свою выгоду. Но по поводу остальных людей он может быть объективен, поскольку он не относится к этой ситуации. Но если же этот выясняющий истину для нас человек, он получает какую-то выгоду от самого факта свидетельства, так получается, что он даже выясняющим обстоятельством быть не может, потому что он получает выгоду от этого выяснения. Значит, ему доверять нельзя. Поэтому даже по мнению Рамбама, такой свидетель государственный, он может соврать, дабы получить те выгоды, которые ему обещает полиция в этом расследовании. Поэтому с точки зрения Торы, на мой взгляд, я не претендую на полноту всего взгляда Торы, но на мой взгляд, с точки зрения Торы, этот юридический инструмент полностью не соответствует истине. И поэтому делайте выводы о том, насколько государственная система и юридическая система соответствуют желанию Всевышнего. Большое спасибо.